Завести я могу, поэтому там вывести надо. Запаска упадет. Дальше, дальше, Денис, дальше отъезжай. Фотографируешь? Или снимаешь? Не фотографируешь? Не, не видел, фотографируешь. Ты блокированный, что ты хочешь? Тебе да кажется сейчас спокойно, раньше бы ты бы вывешивал. Давай. У тебя же две, да? У тебя две Нилы. Две блокировки. У меня две. Одна такая наключена. Оборуем. Слушай, чувак, не бзит на ней ехать или нет? Блять, пуля в шоу. Слова. У него пониженный нет. Вот вся проблема. Наверное, да. Обижайся. Куда возьми? Блин, зачем на этот камень его везти? Куда? А куда, куда? А как он там? Он там вывесится. Да ну нафиг. Блин, если он тут эту штуку проедет... Леня съест свою покрышку. Не я же буду есть. Если он тут заедет, ты съешь свою покрышку. Или не, Аришина, которую вы нашли сегодня. Зант можешь не грызть, только покрышку. Ему надо гарантировать. Да черт его знает. Теоретически нет. Ну бампер он раскрыл. Ну куда, ну куда, как там можно ехать? Не, я должен это заснять качественно. Это видео с оборотом увидят, потом скажут, я, у меня была такая машина. Вот видишь, чуть-чуть от слова и все, он висит. Плыл. Да. Чуть-чуть не хватило, над прошел. А камнем ты, брат, уже прошел от Надо. Я бы этот до поры до времени снял бампер. Я пустил бы просто, знаешь, как железо. Надо полезать, брат. Яфе, хороший снимок. За это видео ты и заплатишь, я тебе обещаю. Даже Костя удивился, куда ты хочешь ехать? Какие слова? Нет.
Стой. Вот так отстой, так удобнее цеплять. Стоит. Смотри, да дайте ему уже выход самому, ну. Подъезжай. Почем нынче сегодня Субару новая? Такие? Что? Сколько? Стой. Не, лучше 4 Хайлакса куплю. Левее попробуй, Саша, левее. Ему чуть-чуть энергии не хватило. Он как он только шел и почти зашел. Давай, дайте на пост. Максимум будет ехать вот сюда. Вот сюда, да. Вот так вот, но под углом. Все, стой. Стой так. А бы ухо не вырвал. Сколько стоит мойка? Сколько стоит мойка? Приехали. Где это? Приехали, руль влево немножко, влево. Костя, где эта мойка? Где эта мойка?